действительно, я собираюсь вызвать Макаревича на дуэль, причем я предложу ему сражаться на саксофонах. Я думаю, что у него в руках окажется саксофон, его любимый саксофон, который в коллекции саксофонов значится под маркой М-16. Это такой многозарядный скорострельный саксофон М-16. А я предпочту скромный, простой саксофон, который изготовлен нашим большим музыкантом, нашим русским Страдивариусом. Это саксофон Калашников. Приглашу к себе секунданты, ополченцев из батальона «Восток».